Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Игорь Пантелеймонов выиграл Кубок России по мини-гольфу. Самарские борцы – лучшие в России. Баскетбольная Самара начала выигрывать в Суперлиге. Самарским баскетболистам на Урале повезло. Первая игра на выезде закончилась победой. Темп из Ревды сдался со счетом 81-70. Игру взяли на себя Евгений Фиди и Алексей Жуканенко. Уже в середине первого периода со счетом 15-4 Самара вырвалась вперед и удерживала преимущество вплоть до первого перерыва. В раздевалку команды ушли, когда на табло горело 41-39 в пользу волжан. Во второй половине матча к разборке Урала на камешке подключился Александр Корчагин. Его трехочковые довели матч до победного конца и сделали его лучшим снайпером встречи. Самара закрепилась на шестом месте чемпионата страны. Лидер Суперлиги по-прежнему – Сахалин. Самарские спортсмены привезли со всероссийского турнира по греко-римской борьбе 6 медалей – 2 бронзы, 1 серебро и 3 золота. Чемпионами в Ярославле стали Максим Скуратов, Рудольф Власов и Халид Акаев. Таким образом, самарцы завоевали путевки в финал первенства России. Соревнования пройдут весной 2017 года. Поддержали призовую эстафету борцов на всероссийских соревнованиях и самарские гольфисты. Кубок страны по мини-версии выиграл Игорь Пантелеймонов. А Елена Суконникова и Дарья Чикина заняли второе и третье места на пьедестале почета. Кубок России в Краснодарском крае стал финальным турниром в этом сезоне. Из 25 участников финала юниоров было 15 человек, 11 из них представляли Самарский регион. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой!